omelette, pancake, plain chocolate banana, or chinkus na. Hello, how are you, my friend? I love you. Я еду в Арамболь. Это Гоа, самый известный среди туристов, маленький, но очень красивый индийский штат. Конечная станция моего путешествия на поезде – город Васко-да-Гама. Отсюда до Арамболя около 80 километров, и я еду на такси. Я очень проголодался в дороге и по приезду в Арамболь зашел в первый попавшийся вот такой маленький ресторанчик. Его даже и ресторанчиком-то назвать невозможно, просто какая-то забегаловка узкая и длинная. Я заказал йогуртный салат райта и вот такой очень вкусный овощной манчурин. В Арамболе всегда все вкусно, независимо от размеров заведения, хотя несколько дороже, чем в других местах. Но это курортный городок. Пройдя через стоянку мотоциклов, вы попадаете на пляж Арамболя. На пляже огромное количество прибрежных ресторанчиков, которые здесь называют шеки, пивных баров и ночных клубов. Это настоящий рай для тех, кто любит повеселиться. Пляж Арамболя очень широкий, просторный, здесь гладкий и чистый песок, сравнительно спокойное море и всегда очень красивые закаты. В северо-западной части пляжа, куда я сейчас иду, берег скалистый, и это место называется Клиф. По дороге, которая идет вдоль скалистого берега, расположено большое количество хороших ресторанчиков. Фишка большинства заведений общепита в этом месте – это, конечно же, рыба и другие морепродукты. Если вы любите блюда из даров океана, то это рай для вас. Наверное, многие из тех, кто посещает Арамболь, знают вот этот ресторан. Он называется Ом Ганеш. Он находится на скалистом берегу по дороге на Sweet Lake – Сладкое озеро. Я всегда прихожу сюда пообедать и покупаться на этих скалах. Мне очень нравится, что можно, сидя за столиком, смотреть на красивые скалы, на закат и на море. Здесь же, на территории ресторана, находится вот такая небольшая удобная бухточка скалистая, где можно искупаться. Вы делаете заказ, и пока этот заказ готовится, вы можете пойти и искупаться в море. После омовения в океане еда кажется еще более вкусной. Я сейчас листаю меню ресторана Ом Ганеш, и видите, что здесь огромный выбор блюд из морских деликатесов. Кроме того, можно заказать блюда из курицы, вегетарианские блюда. И если вы употребляете алкоголь, то вот он и алкоголь. Все, что хотите, вино, пиво или крепкие напитки. Здесь нет с этим никаких проблем. Вода в океане не холодная и не горячая, именно такая, какая должна быть. Мое любимое блюдо здесь в Ом Ганеш – это хумус. Хумус – это блюдо израильской кухни, но на самом деле все, что готовится в Индии – это все индийская кухня. Это маленькое арамбольское кафе называется Анапурна. Анапурна – это очень высокая гора в Гималаях высотой 8 километров. А в этом кафе, среди прочего, вам предложат чебуреки. Вот чебуреки такие здесь. Чебуреки. Кафе Анапурна. And make чай. Чай, but not big чай. Small чай. Это еще одно фирменное блюдо кафе Анапурна. Вот такой хумус. Вообще хумус – это некая паста, которая делается из нута. Здесь, в этом кафе, он очень вкусный. Вот такой стаканчик стоит 50 рупий. Кроме чебуреков и хумуса, здесь в Анапурне можно заказать вот такие симпатичные завертоны с салатом. С наступлением вечера повсеместно начинают работать ночные клубы и рестораны. Здесь вы можете посидеть, пообщаться с друзьями, поесть и послушать живую музыку. Музыканты играют по-разному, иногда хорошо, иногда не очень, иногда очень хорошо. Let's make a new day. I want to watch my friends.
Тем временем на длинном пляже Арамболя, около шеков, вот на таких прилавках, вы можете выбрать себе рыбу. Вот это настоящая акула, только маленькая, посмотрите. Я боюсь, если она живет и меня оттяпает палец. Смотри, какие зубы там острейшие. Вы выбираете рыбину, которая вам больше всего нравится, вам здесь же ее готовят и подают к столу. Наверное, единственное место в Индии, где вы можете попробовать акулу, а не она вас. Хоть я и не люблю рыбу, но я, наверное, чисто из принципа съел бы эту акулу в отместку всем другим акулам. Вон какой лангуст красивый. Выглядит устрашающий, но, наверное, очень вкусный. Самая распространенная уличная еда на пляжах Гоа – это, конечно, печеная кукуруза со специями. Обычно у них есть простая вареная кукуруза, но печеная вкуснее. Она приправлена дымком и специями с солью. Когда ее пекут, во все стороны летят искры, и ночью это смотрится довольно живописно. Подозреваю, что эти искры еще играют и рекламную роль, потому что их видно издалека. Ушлые торговцы за такую кукурузину попросят с вас рупий 50, нужно торговаться, обычно я покупаю за 20-30. Ну, если вы готовы торговаться за кукурузу. В Индии вообще-то нужно торговаться за все, и кроме денежной экономии, это также тренирует ваш дух. Вместо лица камера. Вот у нас увлечение, да, вот это, да. Ходишь и думаешь, класс. Надоело уже, вот это не хочется ничего снимать, пусть она лежит в рюкзаке. Нет, все, а все потом раз что-то увидишь достаешь. Удивительное и... Или там грустно, настроение плохое, раз вроде снимаешь что-нибудь, уже вроде как... На рынках Арамболя всегда очень много фруктов. И хотя в туристических местах Гоа цены на еду несколько выше, чем в другой Индии, но фрукты здесь, как ни странно, недорогие. Мои покупки на 190 рупий. Килограмм мандаринов вот такой. Клубника. Не знаю, сколько здесь ее. Арбуз. 2 с чем-то килограмма вытянул. 2. Немножко больше 2 килограмм. И дынька. Вот такая. Сейчас утро, 8 часов, Арамболь, и мы с друзьями едем на такси на соседний пляж, который называется Paradise Beach. 100? Сколько он хочет? 100? Yes. Do you need a red banana? 100? Pancake? No, water, no sugar. Sweet. 50 вот такой. Там много воды, смотри. А мне тоже биг. Он большой. Окей, here. Because car will... Juice? Малая, Хималая. Малая, Хималая. А у меня же чашка была, надо было туда положить. Ага, сейчас. Подожди, пусть он это что вывалит. Гранат еще трапа. Гранат джус? Да. Yeah? Нет, джус вообще сколько стоит сок, гранат? Сок, гранат сок. Не, не гранат сок, сам. Где же? Как объяснить? Я. Сейчас, сейчас. Hello, how are you, my friend? I love you. Good. Je t'aime tout même, je t'aime tout même. Je t'aime, I love you. Sex is important, man. Yes. Without sex, nothing life. Yes, yes. Why the people eating too much, cooking dress, nice looking? Only for sex. Sex is very important. Of course, everything comes from sex. Now you understand. Так, друзья, ну что ж, давайте сделаем кофе. В принципе, можно наливать для кофе, для чая, можно брать воду из крана, кипятить хорошо ее. Никаких проблем никогда не было. Более того, вы всегда пьете эту воду водопроводную.
Когда пьете чай на улице, никто вам никогда не делает чай или кофе, или не готовит вам еду из вот такой бутилированной воды. Так что забудьте. Об этом вы можете спокойно делать кофе из водопроводной воды, кипятить хорошо ее. Все бактерии умрут. Ну, даже если вы, конечно, можете со мной не согласиться, но все равно вы здесь будете пить эту воду из-под крана в кипяченом виде, так или иначе. Поэтому нет смысла комплексовать на эту тему. Почему я использую бутилированную воду? Мне больше вкус нравится кофе или чая, если я его делаю с бутилированной водой. Вот такая бутылка стоит здесь 60 рупий или 70, что-то, не помню. Здесь 5 литров. И потом, когда вы выпили эту воду, использовали, можно сдать вот эту бутылку, туда принести в магазин назад, и вам 20 рупий вернут. То есть следующая бутылка вам будет стоить на 20 рупий меньше. И еще вот эту воду я не кипячу. Я просто подогреваю ее и делаю кофе. Вот такой кофе. Не с кафе, он невкусный. В виде черного кофе его пить вообще невозможно. Такая гадость. Ну, в общем-то, как и весь растворимый кофе. Вот петушок, который спать мне не дает по утрам. Вот молочко. Купил молочко здесь за 20 рупий с утра сегодня. Его можно так просто пить, можно добавлять в кофе чай. Но поскольку здесь жарко и холодильника у меня здесь нет, то молоко нужно выпивать очень быстро, иначе оно прокиснет. Вот видите, вода не кипяченая, получается вот такая пенка. Это сахар у меня здесь в бутылочке. Сначала я его хранил в пакетике, в котором купил. Но туда стали приходить такие мелкие коричневые муравьи. Мелкие-мелкие. Я потом повытряхивал этих муравьев. То есть сахар высыпал на бумагу, вот так постучал по бумаге, муравьи все убежали, испугались. Ну и сахар я использую дальше. Просто их немного было, этих муравьев там. Можно даже не заметить и съесть их. Потому что они настолько мелкие, у кого... Если зрение не очень, то могут не увидеть их муравьев. И так и не знать, что они когда-то пили кофе с муравьями. Вообще здесь ничего нельзя съедобного вот так оставлять, потому что приходят вот эти муравьи откуда-то. Видимо, один находит как-то по запаху или по вкусу съедобное и передает информацию остальным своим сородичам. И они начинают такой тропинкой такой приходить сюда. Именно в то место, где еда. То есть вот человека они как бы не касаются никак, эти муравьи. Убираете еду, все, муравьи уходят, их нет. Нудель, масала чай, кофе, омлет, панкейк, блин, чоколад, банана. Очень вкусно. Очень вкусно. Самоса. О, ничего себе, там малая сколько. Да, но она уже, видишь, такая твердая, это уже старая. Что-то я последние дни все время на старый попадаю. Хочется молоденький. Ладно, хочется молоденький? Да. Хочется молоденький. Что-то я на старых попадаю. Хочется молоденьких. Классно ты сказал. Это одно из кафе здоровой пищи здесь, в Арамболе. $3. Я заказал какие-то супер здоровые завертоны вот такие. Похоже, они сделаны из просовой муки. Проса здесь называют миллет. По-нашему это просто пшено. На $3 поешь такое, нет, во Франции? Нет? Ни за что. На 10 не поешь тоже. Не на 10? Не. Но это очень много, порция очень большая. Oh, nice. This is kulfi. Kulfi. I like kulfi. It's better than ice cream, huh? Yeah. Oh, very beautiful. Кашочек. С ложечкой. Ложечкой. Да. Вот эти, как называется? Говорят, очень вкусная штука. Да? Такая. Да. А что это? Это какой-то фрукт. What is it? Sitafo. Да, sitafo. Ну, у нее как-то есть название. Sitafo. Говорят, вкусная штука такая. Dragon fruit, yes. Dragon fruit, how much you? Вот эти 300 рублей. 1 кг 60 рублей. А? 160 кг. 160 кг. Сейчас они продают dragon fruit по...
160 рупий за килограмм, а в Гоа продают его один за 80 рупий. Вот этот один. 70-80. Yes, one spice. Он большой, красивый. Смотри, смотри. Авокадо. А, смотри. О, where to sit? This is sweet lassi. This is caramel lassi. Caramel, salt. You get salt, salt. This thing. No big. You want big? Like this. А если ее не есть, можно использовать как шляпу на пляже, чтобы голову не пекло. Очень классно. Это блин, на самом деле. А это у тебя что? Это манчурин. А это из чего делается? Не знаю. Из овощей всяких. Капуста, наверное. Еще кетчуп есть. Самая здоровая еда. Написано чисто вегетариански, pure veg. А pure veg означает, что здесь вообще не связываются с невегетарианской едой. В этом ресторане вообще не готовится еда невегетарианская. Весьма популярный завтрак идли вада. Белые лепешки – это идли, а коричневый пончик – это вада. Очень простая, дешевая и распространенная индийская еда, особенно на юге страны. В Гокарне, в прекрасном шиваистском городке на берегу моря, во время фестивалей самая популярная уличная еда – это манчуриан. Сейчас мы видим, как они делают этот манчуриан практически на берегу моря. Я тоже закажу тарелочку этого вкусного уличного блюда. Порция манчжуриана. Кажется, что она небольшая, на самом деле здесь довольно много. Но это праздник Шиваратри, праздновать так праздновать. И я еще заказал порцию бильпури. Если манчжуриан, хоть он и индийский, но все-таки относится к китайской кухне, то бильпури – это чисто индийское изобретение. По легенде, это блюдо было изобретено в Бомбее, недалеко от вокзала Виктория Терминус. Принесли, да, мороженое с какао в граненом стакане. Мороженое и шоколад холодный. Трубочка. Да, вот так он пузырится. Там такой шарик мороженого внутри. Что за напиток, интересно? Это как какао, просто холодный. Да. Холодное. Я просто увидел что-то, что это не кофе, заказал первый раз. Оказалось, это просто какао. А, ты уже вот это? Да, я пробовал уже. Better this or this? Sweet, more sweet. Do you guys want this?
вот это да, вот это рай. Цветной капусты. Красота. ₹20 килограмм. Вау. Алло? 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 Have coffee? Coffee. Это город Вриндаван и мой любимый здесь ресторанчик Bharati Foods. Я заказал тушеную картошку с помидорами и лепешку чапати. Блюдо из картошки называется алу томейто. Алу – это картошка, а томейто – это помидоры. Тампсап – это индийская кока-кола или пепси-кола. В общем, что-то среднее между этими двумя напитками. Она выпускается тоже компанией Coca-Cola, но почему-то в других странах ее нет. На большинстве индийских железнодорожных станций можно дешево пообедать. Это один из железнодорожных ресторанчиков. Находится он на станции Матхура Джанкшн, недалеко от Вриндавана. Возможно, вы узнали это блюдо. Конечно же, это лепешки пури. Самый популярный индийский завтрак. Однако самым распространенным он является на севере Индии. На юге Индии самое распространенное блюдо для завтрака – это идли. Но, конечно, пури есть и на юге тоже. Конечно же, в Индии умеют делать шашлык, и называется он здесь тикка. В столице Индии, Дели, вы можете попробовать как мясной шашлык, так и вегетарианский, вот как здесь. В этом маленьком, но довольно популярном магазинчике уличной еды вы можете попробовать вегетарианский шашлык трех видов. Это панир тикка, шашлык из сыра, машрум тикка, шашлык из грибов, а также шашлык из сои. Во время жарки тикку обмазывают чистым топленым сливочным маслом. This butter? Butter, butter. Butter, butter. Ghee. В конце концов, тикку заливают соусом, смешивают с приправами, добавляют сметаны и лука, потом подают к столу. Yes, thank you. Wow. Nice. Очень вкусный и любопытный кофе капучино на Пахарганже делают в кафе, которое называется Coffee Co. Капучино здесь стоит $1. Любители полакомиться жареной курицей тоже не останутся на Пахарганже голодными. На этом, друзья, я закончу очередное видео про индийскую еду. Я буду обязательно продолжать эту серию. Оставайтесь на канале India Magic TV, подписывайтесь, обязательно вступайте в нашу открытую группу в Facebook и подписывайтесь на меня в Instagram. Все ссылки вы найдете в описании. С вами был Олег на канале India Magic TV. Это было 456-е видео индийского блога. До свидания, друзья, всех благ, намасте!